Переделка магнитофончика Орианда 203 под активные колонки. Я смотрел там весну, думаю переделать, но там придется ее переделывать, добавлять там блок питания, ну в смысле питание отдельное. А здесь нифига не надо, здесь сняли три блока. Вот один блок, блок питания, блок усилителей с переключателями, был темброблок. Это все вынимаете, выход на магнитофончик, подключаете в колонки. Я сделал здесь тюльпанчики, пришлось переделать, правда, видео, то есть один переключатель входов, но это мелочь. Динамик перенес, сделал такой отдельный, потому что здесь был на плате, и такой глючный был выключатель, который всегда он глючил, то есть его еле включишь, не включишь, он на соплях, сопливый, короче. Я его переставил, сделал такой серьезный, который не сопливый. Сделал два тюльпанчика, поставил, то есть два входа будет один. Будет вот переделка, только заключалась еще в этом входе, то есть это был линейный выход. Я его переставил, сюда подключил на тюльпаны, подключил через выключатель и сюда переключил вход. Здесь есть выход на колонки, классный. Можно переключать вот этим переключателем. То есть реально у него мощность мощная, где-то ватт по 7 можно на канал. Ну, 10 ваттки потянет, потому что эти динамики не справляются. Звучал у него классный по сравнению со всеми мафонами. Орианда звучал, блин, четко. У него низа такие были мягкие, бархатные, высокие, сочные. Вот эти 3 ГДШ динамики были солидные. Здесь был ОН-7 тухлая, только электролиты все остались целые. То есть электролиты я здесь не менял. Ни один электролит не пострадал. То есть сколько ему лет уже в гараже у меня валялся, нифига. Все целое осталось. Сейчас я вам подключу, как он играет классно. То есть я переделал на тюльпаны и на вход. Но это не важно. Стереобаза осталась на этих платах, на двух. Индикаторы работают. Все, короче, исправно. Включаем его. И почему-то у нас нифига нет. А, колонки не включены. Вот почему. Здесь колонки и динамики у меня переключались. Я переключал. И смотрите, какой звучара. Это на один канал, на второй. Здесь расширитель стереобазы стоял. Еще какая-то фигня. Не помню, что там написано. Индикаторы пашут, видите? И звучара какой классный. Высокие, все регулируется, баланс левый, правый. Низов не хватает динамиков, не вытягивает динамики, бубнят. То есть надо ставить более такие мощные, наверное. Колоночку можно всунуть. Ну, это, в принципе, на этой базе я сделал. Можно колонки подключить еще и другие. Слышно, как низа, как валят. То есть они тут сочные такие, сочные звучара в этом варианте был. Вот я переделал на колонку. Короче, вот такая вот фигня получилась классная. Орианда стереоколонка. Всем привет!